Председатель профильного комитета повстречалась с врачами и пациентами, оценила материально-техническую базу лечебных учреждений. Уровень оказания медицинских услуг в Анапе она оценила как достаточно высокий. Тем не менее, есть ряд вопросов, которые носят системный характер и типичны для всего краевого здравоохранения. И здесь депутаты намерены принять активное участие в решении проблем на своем уровне. Познакомившись, я должна сказать, что на фоне очень многих, будем говорить, регионов, вы выглядите достойно. Во всех лечебных учреждениях, где мы не были, мы отметили, что, во-первых, высокая организованность руководителей, которые там работают. Мне очень понравились молодые врачи, которые работают у вас в ваших структурных подразделениях. Люди очень ответственные, приехали постоянно, особенно вот этой по программе «Земский доктор». Видно, что они не временщики. Они собираются здесь работать долго. У меня оставила очень хорошее впечатление именно система анапского здравоохранения. Да, я понимаю, да, нужен ремонт, да, нужны деньги, да, нужно это. Но это все нужно. Но вместе с тем сегодня нет таких горячих точек, которые надо гасить. Я все прекрасно понимаю, что сегодня на всех уровнях, начиная от сельского здравоохранения, кончая Анапской городской больницей, помощь приходит вовремя.